Иван. Я работаю на КАМАЗе с 2013 года. Являюсь сменным заместителем начальника цеха в цехе 6. Устроился на прессово-рамный завод летом 2013 года электромонтером. В этом же году осенью перевелся мастером в цех шасси. Параллельно поступил в институт. Отработав 6 лет, меня перевели заместителем начальника цеха. В данный момент я учусь в НИТУ УКАИ на заочной форме обучения, на инженера-конструктора. В нашем цеху работает в районе 200 человек, очень сплоченный коллектив. Постоянно выезжаем на базы, поддерживаем друг друга. Я очень горжусь то, что работаю в нашем коллективе. Рабочий день у меня начинается с 7 утра до 4 вечера, но иногда приходится задерживаться в связи с производственной необходимостью. В 8 часов у нас оперативное совещание в цеху. Далее в 10:30 у нас заводское совещание по спецнаправлениям. И в 4 часа отчетное совещание. Наш цех работает в трехсменном режиме работы. Производит он основные узлы, это баки, глушители, баллоны, платформу. Ежедневно выдаем по 200 машкомплектов. Тут у нас балка, здесь сварка хомутов на КАМАЗ. Ну, я контролирую процессы, я смотрю за качеством продукции, ставлю задачи своим подчиненным и наблюдаю их выполнение. Как дела? Короче, вот у этого корыта оснастки нету. Что делать? Замеров делали на нее? Нет еще. Вот я, сейчас предупреждаюсь, сейчас будем смотреть. Вот эту по-любому на замеры надо будет отправить. Но они сказали, что должно быть 11,7 плюс-минус 1, а на выходе 20-22. Тут происходит гибка, развертки листов. Здесь операция сборки топливного бака. Тут слесарь испытывает бак на герметичность. Если бак герметичен, он идет на следующую операцию. Если же испытатель находит просечку воздуха, тогда идет обратно на подварку, на предыдущую операцию. Вот мастер линии топливного бака, мой бывший напарник Пахрудинов Эдуард Рашитович. А? Пошла? На КАМАЗе мне нравятся перспективы и сплоченный коллектив. Быть руководителем на самом крупном предприятии машиностроения очень ответственно, но это также и очень интересно. Приходится решать сложные задачи. Чтобы добиться успеха на КАМАЗе, самое главное – целеустремленность и желание работать. Остальное приложится. Положительные эмоции начальника очень поднимают и заряжают настроение. Я бы купил КАМАЗы и создал бы свой логистический центр. В первую очередь еду, а во вторую очередь жену с ребенком. Мой любимый фильм «Зеленая миля», мой любимый праздник – день рождения. Потому что в день рождения на КАМАЗе дают выходной. Я бы хотел усовершенствовать свой английский язык,
и закончить высшее образование. Самый лучший отдых после работы – это физические нагрузки и тренировки. Это очень снимает напряжение. Доброта, умение готовить и поддержка в семье. Хотел бы сыграть роль терминатора. В первую очередь ответственность, целеустремленность и профессионализм в своей работе. Как говорят, каждый солдат мечтает стать генералом, также и я мечтаю стать директором завода.